Милош, ты вилочку забыла. Миланка сегодня сама приготовила обед. Смотрите, омлет сделала с помидоркой. Порезали овощи. Папа немного контролировал. Спасибо, Милош. Контролировал процесс, но Миланка все делала сама. Вот у нее сегодня процесс такой... только резко контролировал. Да, сегодня Милана прям с утра, еще даже, по-моему, с вечера, да, Милош? Такую, знаете, вот прям захотелось вот ей приготовить что-то на обед вкусненькое. Типа время закончилось. Слушай, Милош, ну умничка вообще, ты просто умница, так вкусно. Лика ела с нее другое, а нам с папой Миланка сделала. Перепала. Да, Лика с ней печень куриную поела. Слушайте, ну это очень вкусно. Молодец, Милош. Мама, сметанку еще положить. Нет, я, наверное, без сметанки. Мама не любит сметанку. Да, я люблю. Это горячую кладу. Только достали. Да. Хорошо. У меня сметана специально со сметанкой, чтобы не было горячего. Это очень вкусно, Милаш, молодец. Самое главное... Я тебе советую попробовать, чтобы ты знала. Не, не, не. Каждый повар должен пробовать. А самое главное, знаете, здесь много зелени. Мама, а хочешь, я ручки посолю? Не, не надо. Нет? Соль надо меньше кушать. Милан, умничка. Вообще прям... Обалденно. 5 с плюсом, Милан. Сейчас пойдем гулять, соберемся, пойдем погулять. А вообще сама делать. Так папочка мне помогал, конечно, не смотрел, а в следующий раз буду вообще... Ну, резать еще рановато, но тебе самой? Да, папа пусть, или я. А папа, чтобы я порезала, отец. А ты испугалась, да? Испугалась, конечно. Ну, правильно. Так, в общем, мы сейчас еще пойдем погуляем. Так, пап, я с тобой делиться не буду. Давай еще приготовим, я с радостью. Я люблю готовить, давай еще. Не, мы сейчас пойдем, знаете, что? Потом придем. Мы сейчас же идем в KFC бургеры покупать. И пойдем в парк погуляем, конечно. На роликах. Не, на роликах, наверное, там лучше не надо. На роликах, а вот на самокате там самое оно. Можно на роликах. Там песок. Не, мы едем погулять в парк и хотели зайти в KFC авто. Слушай, это как-то так близко. Да, хочу в тенечек немножко. Моя мамушка все полетела. Представляете, как получилось, бывает же такое. Вот с этой съезжал, да, да, она просто покатилась с тележки. В общем, сейчас Лика зайдем, возьмем, Миланка хочет бургер, а Лика хочет... Пати баски, да, или как? Все взяли, да. Все положили. Погнали. В общем, Миланка взяла бургер себе, а Лика взяла тоже бургер. Хотела другое что-то. Ну почему-то там не было. Только с наггетсами. Ой, давай открывай. Лика не хотела с наггетсами. Мы здесь будем с Ликой. Милана хочет... Мам, нам фокус ставить? Да, конечно. Милана хочет покататься на роликах. Взяли с собой ролики. Сейчас будем переобуваться. Девчонки уже покушали бургеры. Было очень вкусно. Очень? Да, самое главное, что мы еще и попили. А самое главное, что мы еще попили, да. Дюшес, да, Милан? Да. А вкусненькая водичка. Мы сидим с Ликой и отдыхаем, пока Миланка с папой катаются где-то там на роликах. Читаю сейчас Ликины комментарии. Лика как-то у себя видео сказала, что... Кажется, ты сказала. Я сказала. Ну, вообще, меня поддержали, в общем. Уборка на балкончике. Хотите ли вы? Представляете, очень многие хотят уборку. А Лика теперь заднюю включает, говорит, что... Там и так чисто. Что там и так чисто. Нет, там на самом деле есть много-много чего, что убрать и чем заняться. Да нет. А, там очень много всего нужного и ненужного. Надо вот как там раз будет... Там все нужно. Все. Нет, там есть игрушки Миланы, есть какие-то Ликины канцелярия, там еще что-то. В общем, какие-то вещи, которые... Которые желательно убрать. Поэтому я за. Я Лике говорю, ну давай уже снимем уборку. Ну... Слушайте, меня сейчас укусило ни комар, ни муха, непонятно что. Комар. Мне так щипит. Я укусил. У меня так щипит нога вообще. Что это? Надо с собой, летом надо с собой носить супрастин, перекись, зеленку. Да. Салфетки антибактериальные. Конечно. Спиртовые салфетки. Да, но у меня маленькая сумочка. Надо, знаете, такую вот большую сумку. Нет, знаешь, бывает, вот у меня, помнишь, у меня синяя была, очень удобно в нее все. Ну, Лика их называют авоськи, большие сумки. Но туда все помещается. Туда поместится. Ой, ой.
туда поместится все необходимое, что есть, в принципе, в моей сумке. И плюс ко всему к этому можно будет... О, вот Миланка с папой. И плюс ко всему к этому можно положить то, что я сейчас перечислила. Вот, поэтому еще даже можно несколько бургеров положить. Ой. Ну ладно, тогда мне нравится сумка. Нравится тогда? Да. Вот, так что иногда вот такие большие сумки, они выручают. Я раньше с такими сумками большими ходила. Всегда у меня, вот, знаете, через, ну, так на плечо, то есть такая прям, как типа мешка я называю, такая большая сумка. Я помню, покупала в Инсити синяя сумка, а в ней еще маленькая. То есть такая она большая, и в ней еще маленькая сумочка через плечо. Вот, удобно. Но я ее несколько раз брала на море, помню. И Лика вот всегда такие сумки называют авоськами. Так, Лика... Лика, смотрите, идет на роликах кататься. Это так Лика катается. Не, нормально, нормально, нормально. Блин, дед. Дед? А Лика что сказала? Дед. Так, Лика правильно сказала. Лика, что получается? Конечно. Так, аккуратно. Еще кто? Бабка, давай. Ой, на меня. Дед. Очень удобно. Одни ролики, размерчик установила. Видите, и Милане, и Лике. Но Миланке немножко большевато, а Лике вот сейчас установили размерчик. Сама, ну. А? Поворачивай сюда, можно спать. Ну, хорошо. Где? Там. Поставить и тормозить. Посмотри. Учимся тормозить. Так я не могу разогнаться. Ты думаешь, легко? Тогда так не делай. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Слушайте, Лика поехала. Лика поехала. Лика поехала. Лика никак не переоденется. Уже Миланка сделала вкусный салатик фруктовый. Милана сейчас, кстати, позанималась логопедом. Сегодня мы на вечер перенесли занятие, потому что наш логопед сегодня занят с утра был. И мы на вечер перенесли. Ликуль, давай раздевайся, я пойду посмотрю, что Милана что за салатик сделала вкусный. Посмотрите, какая красота! Ты даже показано, что это? Пальмочка. Смотрите, Милана сама сделала тут такую пальмочку. Это груша. Даже резала сама. Какая прелесть. Груша, банан и апельсинка. Ты еще знаешь, вот так вот, типа, небо какое-то. Ой, какая красота, смотрите. Миланке прям сейчас такое желание готовить. Вот сегодня целый день она хочет что-то приготовить, мне что-то сделать. Ой, умничка, спасибо большое. Ой, вилочка, вот, вилочка уже грушу. На месте. Да, еще? Грушу обожаю. Я так люблю грушу. Все, спасибо. Не-не-не, все, хватит. Все, спасибо. Ой, подожди. Так, подожди. Так. Ну, так. Красота. Спасибо большое. Буду кушать. Мы с Ликой сейчас смотрим мелодраму, называется «По разным берегам». Очень интересный фильм. Это, по-моему, первая серия всего лишь, но очень-очень интересно. Монтируем видео. Максик здесь рядом. На этом наш влог сегодня подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра. Всем пока-пока.